сначала забили, потом пропустили два гола, отыгрались, и в концовке были моменты выйти вперед. Расскажи, какие эмоции и доволен ли результатом сегодняшней игры? Ну, результатом я доволен, потому что команда полностью отдалась, мы играли без замен. Ничья – это закономерный результат, как они могли выиграть, так и мы. Но думаю, так сложилось, что ничья, и я доволен этой игрой. У вас практически остались только финалы, если можно так выразиться. Какие цели ставит тренерский штаб на оставшиеся матчи? Идти ва-банк или же будете осторожничать и искать свои моменты? Будем стараться от своей игры. Ну, у нас игры такого нет, как получится, потому что нет тренировок. Но мы стараемся, все бьемся друг за друга. И каждая игра, да, как финал. Хотим остаться в этой лиге, она привлекательна нам. Будем делать все для этого. Хотелось выиграть, да, но сыграли ничью. Значит, так предписано же, да, значит, так должно было быть. Забили, ты, в частности, забил в самой концовке, но затем судья отменил гол. Какие эмоции после этого? И прокомментируй это решение. Там в начале судья ошибся. После второй, третьей остановки уже видеоповтор был. Ну, я судью тоже понимаю. Видимо, он засомневался потом в своем решении. И не было нету точного в регламенте такого, ну, чтобы после первой остановки бывает только систему ВАР просят, а здесь вторая, третья остановка. Но это, я не знаю, я что сказать, не знаю, нам суждено было сыграть ничего, мы ее сыграли, больше ничего не могу сказать. Спасибо сопернику за игру. Результатом доволен? Нет, конечно, как можно быть довольным результатом?